Встречу с министром здравоохранения Михаилом Лазуткиным Общественная палата Забайкальского края запланировала давно. Вопросов накопилось много. Один из них – доступность лечения в таких учреждениях, как Дарасун, Смоленко, Карповка и Академия здоровья. Ведь стоимость оказываемых услуг по карману немногим, тем более пенсионерам. Министр заверил, получить бесплатную помощь можно. Если человек нуждается в медицинской реабилитации, помощь в рамках полис обязательного медицинского страхования вот в этих центрах будет оказываться ему бесплатно. Точка. Если доктор даст направление на реабилитацию, если доктор посчитает нужным и целесообразным этого пациента с медицинской точки зрения среабилитировать, выдаст ему направление, и он в рамках полиса и направления бесплатно получит помощь. На встрече присутствовали и обычные пациенты. Пенсионер Николай Давыдович приехал из Чернышевска. Из-за сахарного диабета за 2 года потерял зрение на 60%. Единственное лекарство, которое ему может помочь, стоит более 30 тысяч рублей. А квот по этому препарату нет. Как оказалось, бесплатное лечение получить можно. Вот только за пределами Забайкалья. На сегодняшний вот день федеральным законодательством отрегулировано следующим образом. Лишь только часть высоких технологий, то есть медицинская помощь в рамках ВМП, высокотехнологичной медицинской помощи, она только внедрена в систему ОМС, только часть. А все остальное пока осталось как ВМП, то есть по квотам за пределами Забайкальского края, в федеральных клиниках бесплатно вы получите эту помощь. Хоть 4 квоты, хоть 44. Что касается больницы восстановительного лечения номер 2 в поселке Первомайске, то тут решение о закрытии уже принято. Имущественный комплекс, медицинский, обслуживающий персонал, хозблок переходит в Министерство социальной защиты населения. Как ни пытались убедить министра в исключительности этого медицинского учреждения, ответ был однозначным. Я исхожу из интересов пациента. Пациенту должны оказывать помощь современную, и люди должны оказывать помощь не знахари, а именно врачи, которые имеют диплом и сертификат специалиста. Врачей, имеющих сертификат специалиста, врача по медицинской реабилитации, там нет ни у одного. Так называемые майские указы в области здравоохранения всколыхнули общественность. Михаил Лазуткин еще раз напомнил, что он открыт таким встречам. А все интересующие вопросы жители могут задавать в блоге и обращаться лично в Твиттере. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.